А внутри этого конвертика настоящее малюсенькое-малюсенькое письмо. Да. Хотите узнать, что написано в этом письме? Я вам его прочитаю, у меня есть специальный прибор. К тому же, мне кажется, это не просто письмо, а... Ух, здесь маленькие нотки. Это музыкальное письмо. Что же нам здесь хотят слушать? Интересно, как? Средь мрачных скал и тусклых звезд при траурной луне. Как мрачно! Я слышу мор и грозный вой, и очень страшно мне. И нету друга у меня, и наступает ночь. О, если ты и добр, и смел, попробуй мне помочь. Кому-то нужна помощь? О, ты, кому мое письмо доставила волна. Приди, я маленькая Скрют, я совсем одна. И нету друга у меня, и наступает ночь. О, если ты и добр, и смел, попробуй мне помочь. И вот здесь попробуй мне помочь. И вот тут попробуй мне помочь. А, ну все понятно. Это письмо написала маленькая-маленькая девочка. Она сидит на большой, черной, очень холодной скале. Рядом с ней стоит огромная, страшная, холодная, опасная морра. Этой маленькой девочке очень страшно. Она очень просит ее спасти, очень просит ей помочь. Я знаю, что нам нужно сделать. Нам нужно положить это письмо обратно в бутылках, туда же положить конвертик, закрыть его и выпустить обратно в море, как будто бы мы ничего не знаем, ничего не получали. Да? Нет. Нет.